В Ужурской воинской части снова болеют солдаты. Напомним, прошлой зимой здесь произошло ЧП. Больше сотни призывников слегли с пневмонией, а один скончался. Тогда причинами массовой простуды комиссия назвала холод в казармах, отсутствие лекарств и неподходящие для сибирских холодов бушлаты. Сейчас масштабы несравнимы. По разным источникам пневмонии болеют 4-6 человек. Еще у 30 различные простудные заболевания. Однако ведь еще и морозов-то не было. Тревогу подняли родители срочников. 13 человек обратилось в комитет солдатских матерей. Из достоверных источников вчера узнала, лекарств достаточно, ребят прививают, в казарме тепло, считают, что повода для беспокойства нет. Все свидания с родителями разрешены, карантина в части нет. В военкомате объясняют, это призывники из теплых краев у нас расхворались, не привыкли еще к климату. Однако депутат Юрий Швыдкин утверждает, среди больных есть сибиряки, причем один из них красноярец. Некоторое несовпадение официальных комментариев с реальностью он заметил еще зимой, когда проверял условия службы в Ужуре. Ракетчиков перед приездом комиссии нарядили в бушлаты с иголочки и казармы натопили. Сейчас, исходя из информации военной прокуратуры, значит, казарное помещение продержится должная температура, а должная температура это 18-20 градусов. Так? Значит, но вместе с тем мне поступают сигналы со стороны военнослужащих, которые проходят службу, со стороны их родителей, о том, что температура не во всех казармах поддержится должным уровнем. Поэтому на следующей неделе проверяющие опять поедут в Ужурскую часть. Очевидно, к их приезду командование снова приготовится. Во дворе школы на проспекте Свободном на